Добрый день, дорогие друзья! Тема видеоблога – наступающая рецессия. Если посмотрим на динамику роста ВВП поквартально, то мы увидим совершенно очевидную тенденцию, которую нельзя уже скрыть. Я думаю, что в четвертом квартале у нас будет первый квартал негативного роста валового внутреннего продукта. Первый квартал 11,9, второй квартал почти под 11, третий квартал, вот цифры пришли буквально недавно, 1,7%, только 1,7%. И вот если погода будет там 5,6, не надо строить больших иллюзий, потому что это все было за счет того, что надувалось в первых двух кварталах. Власти думали, что так будет и до конца, будет маленький фрагментик, мы проскочим. Не проскочили, не удалось. Это говорит о том, что наши власти, которые составляли прогнозные показатели, не понимают белорусскую экономику. Они не понимали опасность, которая таит накачка дешевыми ресурсами, очень мягкая кредитно-денежная, очень мягкая бюджетно-налоговая политика. Они привели к надуванию пузырей. Это привело к росту ВВП. Дефлятор посчитали очень маленький, потому что в первом полугодии еще не было до конца понятно для наших министров, что инфляция будет за 100%. Вот такой получился реальный рост валового внутреннего продукта. 1,7 это на грани. В четвертом квартале, очевидно, уже будет минус. И этот минус говорит о том, что белорусская экономика вступила в полосу достаточно серьезной рецессии. Что делать с ней дальше? Первый посыл, который приходит на ум вот сторонникам централизованного планирования, срочно дать еще накачку денег, накачку экономики дешевыми ресурсами, дать денег строительству, сельскому хозяйству, чтобы опять-таки выровнять показатели роста. Есть также стремление дать денег для того, чтобы увеличить доходы, собственно, еще раз надуть под конец года вот тот кредитный и доходный пузырь, который бы, собственно, поправил цифры. Разумно ли это? Если экономика болеет, если это совершенно очевидно даже вот этим так называемым мягким реформаторам внутри правительства, нужно дать болезни пройти этот критический период и, собственно, создать условия для выздоровления всего организма. И вот что будет делать наши власти до конца непонятно, потому что если все-таки тот пятилетний план, который был принят, будет взят за основу действий в четвертом квартале, да, тогда нас ждет массовая накачка деньгами, вот, и тогда с вытекающими последствиями для инфляции в январе, феврале, марте, с девальвацией и так далее, тот инерционный сценарий, который описывали представители Министерства экономики. Если же все-таки мы серьезно подойдем к нашей, ответственно и серьезно к нашей стране, мы действительно дадим экономике сдуться, мы сделаем реструктуризацию, мы начнем действовать ответственно по макроэкономике, мы сделаем положительную ставку процента, мы дадим больше возможностей и свободы предприятиям, и это будет основой для того, чтобы наши предприятия в конце концов начали работать уже на другой основе. Если мы будем застрянем где-то посередине, ну, ситуация будет такой, знаете, вялотекущая рецессия, переходящая в отток капитала из страны и дальнейшее обнищание населения. Хорошего, такого легкого сценария роста по 10% у нас уже не осталось, поэтому нам нужно готовиться либо к тому, что у нас будет интенсивная терапия в 2012 году и рост в 2013, либо будет вялотекущая рецессия в ближайшие 2-3 года.